Все, кто находится на точке Браво, пожалуйста, не работайте по горам, ждите, пока они подойдут, их у нас перед лицом респаунить не будут. Не знаю, суток. Хотя вряд ли их будут респаунить даже перед нашим лицом. Ну ладно, не работайте, просто бесполезно. Нет, да их не будут респаунить, их будут просто саптой закидать. Как я и предупреждал, вы будете готовы к всякому пиздецу. Ну, соло клан уже играли все, по факту. Чё, предлагаю рашить их прямо в лицо? А смысл нет, они сидят кемпят на горах, типа в чём? Мы можем спуститься. Я даже вам скажу, почему они сидят кемпят на горах, потому что у них фауст, который также поднимает кадетов и прочих, которые падают. Поэтому единственный способ их добить, это связать, чтобы их не поднять. Я слышу, что у них происходит? Слышу, да. Там, короче, фауст поднимает кадетов, Зевсу. Понимаете, просто весь прикол в том, что будет, если мы пойдем сейчас рашить, они нас закидают этими игры квингами и все. Так что выживаем минимум из максимума, держим позиции, не высовываемся, подходим их, ну, подводим их ближе, все. Аквай, слышишь? Им будет очень сложно без артиллерии зарашить точку брать. На точку альфа нужен медик с кровью, много крови. По танку только что отработали прямой наводкой Зевсовой. С танка? Я тебе прямой говорю, там вообще импо... Да, Зевсом. Куда отработали? Прямо по точке Браво. По замку? Да. Нет, это был танк, он только что тут горел. Так бывает. А, воздух, пацаны. Вот. Да, воздух красивый. Пас, по вам не видно работа. Бездушный, ну пожетеп, я хочу повоевать, раз уже такое пошло. Предлагаю закончить ивент уже. Я просто вам ответку артиллерию даю, и как бы сервак уже лег, считай. Сервак лег, пацаны, радуйтесь. Что, или сервак? Нормально. Все, ответ. Да я не вижу цирк, типа, он на то бьет по нашему и все. И Игорь Винги закидывает. Так что? Да, да, да ладно уже, это можешь? ПЖ уже один фиг все равно уже как. Тэпни меня, пожалуйста. Нет, цирк я не хочу продолжать. Давай лучше все мы сдохнем и наконец-то ивент странный. Да закончим. Нет, давай сейчас побегаем уже, поугараем уже, пацан. У нас все сдохли, у нас альфа сейчас мертвая, у нас браво точно мертвые. Может, артиллерия отработала ивент. А нас вообще кто-то жив? Говорит, Оня, я еще живой, по-моему, Олаф еще живой. А, Панкейк еще живой, ну, короче говоря, на замке есть некоторые живые. Но не... Нам замок вынесли. Да, там замок вынесли. Короче, говорит, капитан, Смайл, мне похую на одну жизнь, я иду в бой, потому что, блядь, Зевсом ебашить, это не дело. Так, Угара, говори за себя, я чуть-чуть подъюзываю тоже в ответку на их действия. Пожалейте тема себя, смотри, не получайте бань. Меня не забанят, поверьте. Раньше мальчица я забанил. Еще забанил, за. Ну, господа, у нас два варианта. Либо сидеть и терпеть все это дерьмо, либо пойти и слить. Мы можем сейчас просто, слышите, мы можем всей стороной выйти нахуй. Ну, давайте просто вернемся на базу в таком случае, и все. Да, давайте вернемся на базу. Я предлагал с самого начала. Да, давайте все на базу, все. Просто прожмите. Все сепаратисты, сворачиваем оператор, возвращаемся на базу. Прожмите все респавн, просто.
пожалуйста, прожмите все респауны, отключитесь и зайдите обратно в наши слоты. Я не могу еще прийти и гоншипить, если хотите. Как дела? А, нормально, РСК резают, короче. Все, пофиг. Какой здесь не резают? Те, кто сейчас в замке, да, крутитесь по машине, идем. Вы технику уничтожьте, она сама зареспавнится, ребят. Манчи сказал, то, что это делал идиот, извиняюсь. У нас тут еще уже два сдохла, а мне на респе. Мы сидим на базе. Я просижу, отстреливаю бичей. Это изначально был? Хотите, я могу объявить о капитуляции красной стороны. Давай. Делайте, что хотите, все равно цирк начально будет. Осуждаю такие действия. Честно себе такое так, получилось, думаю, потому что все сидят по горам и все. Неинтересно. Надо, блядь, не, в каком-то, в каком-то плане в этом и смысл, но то, что происходит, это бред. Ну это такая, надо было просто тупо всем дать оружие в руки, и никакие гранатометы, мины, танки, блядь, снайперские винтовки, и сказать, пиздуйте, все. Это дрочилово на месте. Это не ПВП, блядь. Это просто перестрелка, у кого снайперская винтовка, и кто больше себе гранатометов по хапку взял. Одного ближнего контакта ни у кого нету, потому что все, я по-любому уверен, что сидят, короче, по холму. Где-то на каких-то вершинах и сидят, тух, стреляют себе гранатометами, и не знаю, я больше сейчас, чем уверен. Понимаю, а мы тут здесь от 900-й арты сидим, я хочу тоже сражаться тогда. Подождите, у нас матч сейчас на базе, что-то нам скажет важно. Понятно, я, блядь, вижу, никто не хочет поднять. Заебись, ну ладно. Где этот мне этого ебаного медика найти еще надо. А кого я поднимал-то из гвардии? Капрала какого-то, вот этого хэ. Что Манчи сказал? Манчи кто-то застрелил. Манчи тупо кто-то застрелил. Что он сделал, повторение? Все, господа, ждите, мы сейчас ведем переговоры. Понятно, не съебались с позиции. Возможно, нам дадут второй шанс. Второй шанс после того, как разъебали нас. Что значит второй шанс? Еще вроде не все умерли, альфа точно на... Второй шанс имеется в виду то, что дроиды, те, которые погибли, пойдут опять к вам. Просто понимаю. Где так... они? Где клоны? Клоны там. Они с холма стреляют. Альфа на связи. Точка Альфа, прием на связи. Точка Альфа на связи. У вас там под стенами Фауст бег. Он уничтожен. Никак. Свяжите его или что-нибудь такое, эта сука поднимается. А, он развяжется. Не, такой себе, блядь, и тут. Надо будет сказать, чтобы где-то просто, если хотите боец ПВП, один, то, блядь, делайте, чтобы ни у кого это фаус, ни гранатометов, и ни нахуй снайперских винтовок не было, и тех. Что это он. Я не знаю, когда ивент будет ПВПшно охуенно? Фаус 300 вопрос? Просто это, блядь, пиздец, как дерьмо. Не знаю, сейчас. Мне нужны срочно боеприпасы на винтовку. Фаус уничтожен. Он может...
освежить его на всякий. Подтвердите, что у вас боец республики в плену. Опа, я вижу парочку клончиков. Товарищи бойцы, у нас боец республики в плену на точке Альфа. Боец республики в плену на точке Альфа. Захватите у него рацию. Чего? Рацию его забери, рацию, чтобы знать, что там. Одного снял, Фулкса. А, отлично. Сейчас второй лег, да. Если есть возможность, выделите одного друга. Не-не-не, он умер. Я его положил. Прям на базу его везите. Он не успел забежать. У вас там есть радиотранспорт, вы видите его. Его, скорее всего, оттащили. Ну все, кадет рипнулся. Если эта сука встанет, то я не знаю, что делать. Они Фауста в плен взяли, мне говорят, по КВ. Угу. Только, скорее всего, он все равно выйдет сухим из воды. Андроиды-снайперы, которые на точке снайпера, у вас как обстановка? У нас все чисто как. У вас, я надеюсь, есть чем его связать? Да. Зашел. Понимаю. Помень. Чё там, атомная бомба, что ли, парни? Да. Да, понимаю. Это на точку Альфа упало? Слышите, это на точку Альфа? Нет, это на холм со снайперами. Ну, короче, мы живы.